Привет-привет! Вы на канале «Зеленый огород». С вами Елена. Сегодня хочу с вами поделиться очередным рецептом из огурцов. И называется он «Пикантные огурчики». Таким рецептом со мной поделилась сестра. И сегодня я хочу вас с ним познакомить. Кстати, я уже первую партию сделала, и они действительно очень вкусные и пикантные. Ну что ж, приступим. Для этого нам понадобятся огурцы. Я буду говорить в расчете на 1 килограмм, хотя сегодня буду делать из 2 килограмм. На килограмм огурцов нам потребуется 2 вот таких луковички, 3 столовых ложки соли, пол ложки куркумы, 2 столовых ложки горчицы белой, пол чайной ложки перец черный горошком, и также понадобится 1,5 стакана уксуса 9% и 1,5 стакана сахарного песка. Теперь нужно нарезать огурчики обычными колечками. Отрезаем у них боковые части. И вот буквально по 0,5 сантиметра режем вот такими колечками. После этого все засыпаем солью, а на килограмм, я уже говорила, берем 3 столовые ложки и оставляем в соли на 3-4 часа, периодически помешивая. Прошло 3 часа. Огурцы очень хорошо просолились, посмотрите, сколько они выделили сока. И за это время я нарезала лук полукольцами, а также успела простерилизовать банки и крышки. Сейчас огурцы нужно очень хорошо промыть в проточной воде несколько раз. И потом их откинуть на дуршлаг, чтобы с них сошла вся вода. Огурцы промыты, теперь варим маринад. Сначала выливаем уксус, 1,5 стакана. Я выливаю 3 стакана, так как я готовлю на 2 килограмма. Сюда же отправляем сахарный песок 1,5 стакана, черный перец, куркуму, горчицу и репчатый лук. Помешиваем до тех пор, пока у нас полностью не растворится сахарный песок. Маринад закипел, и сейчас сюда погружаем все огурчики. Мешаем. Сейчас огурчики сразу же начнут менять цвет. Они с ярко-зеленых будут превращаться в светло-зеленые. И хочу сказать, как только огурцы закипят, нужно будет их варить 5-10 минут. Почему такой разброс времени? Потому что каждый режет по-своему. Кто-то может сантиметр нарезать, кто-то 0,5 сантиметра. Поэтому просто как только огурчики закипят и поменяют цвет, засекайте 5 минут, а после этого их пробуйте. И как только вы почувствуете, что огурцы уже у вас поменяли цвет и что они хрустящие, надо обязательно выключить и сразу же их разливать по банкам, чтобы они не переварились, иначе это будет каша и они не будут хрустеть. Ну что ж, ждем закипания и периодически все это мешаем. Прошло 5 минут. Посмотрите, какие они стали красивые. Сейчас я их попробую. Если они уже полностью сварились, тогда нужно будет убавить газ и заливать банки. Да, видите, все огурчики полностью сварились. И они сейчас очень хрустящие. Убавила газ и горячими. Очень быстро теперь буду их разливать в банки. Сначала я беру огурцы и плотно банку набиваю огурцами. И теперь сюда добавляю маринад. Эти огурцы хранятся очень хорошо. Сейчас плотно закрываем крышкой. Ну вот и все. Все наши огурчики готовы. Из 2 килограммов огурцов получается ровно 4 пол-литровых баночки. Вот так вот они выглядят, очень красивые. И осталась вот такая маленькая-маленькая чашечка с огурчиками. Еще все очень горячее, остынет и будем кушать. Кто любит кисло-сладкий вкус пикантных огурчиков, попробуйте сделать, это действительно очень вкусно. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!